Если хочешь совета, присаживайся и послушай меня, мой друг. Никогда никому не привязывайся. Это ад и десятый круг. Но зачем тебе эти бабочки, искрящийся свет внутри? Ты же знаешь, что эти лампочки лопнут быстро на раз, два, три. Чувство легкости и забвения вдруг балластом потянут вниз. Все моменты прикосновения только ранят, как острый гриз. Если хочешь совета, не связывайся, не ищи для себя проблем. Никогда никому не привязывайся, эти люди не насовсем.